Всем привет, вы на канале Гитара с нуля, и наше прошлое видео, конечно же, набрало 50 тысяч лайков, и поэтому мы вот с этим парнем, Паша, посмотри туда. Привет, привет, ребята. Где? В Геленджике снимаем третью часть, где мы будем подходить к уличным музыкантам, сначала играть плохо, а потом делать вот так. Но это еще не все. Кроме этого, вас ждет такой пранк-челлендж, где мы с Ромой постараемся вывести друг друга из зоны комфорта. В общем, максимальный кринж, крутые реакции, офигенные эмоции. Страшно. Это очень страшно. Да. Все это ждет вас в сегодняшнем видео. А вторая часть по ссылке в описании на канале. На моем канале. Приятного просмотра. Погнали. Подводка какая? Снимай. Подводка какая? А тут просто подводочка. Давай. Братуха, снимай. Класс. Ну, сейчас. Опа. Привет, классно играешь. Спасибо. Как дела? Слушай, сегодня с братом приехали, короче, в Геленджик специально. Можно я ему сыграю? Классно играю. Прямо сейчас 300. Одну песню я хорошо играю. Смотри, люди собрал. Сейчас еще больше соберу толпу. 300. Ну, одну песню. Че, ничего. Братуха, снимай. Угу. Так, спасибо. Давай мощно нашу, которую мы репетировали. Давай. Привет Геленджику. Денька, Денька, только ты почему-то грустишь. А вокруг все поют, только ты один молчишь. Можно я еще одну сыграю? Нет, давай лучше тогда он поиграет. Что, плохо прям? Лучше он тогда? Конечно. Блин, а подожди, а что это такое за штука? Что это за штука? Он просто прищепку какую-то снял, я видел у него здесь, и она нормально играла. Что это за прищепка? Как ее? Вот так? Это каподастер вообще-то. В смысле каподастер? Что такое каподастер? Ну что она делает? Тональности. Тональности? Ну конечно. Тональности это понятно. Тональность это вот тут? Ну. Или где тональность? Что такое тональность? Как ты его вешаешь? Ставишь. Как ты его ставишь? На первый лад. Ну, а что такое лад? Это вот это лад? На первый лад под свой голос настраивается. А, и тогда под свой голос подстраивается, ну, да? Конечно. Подожди. Может быть, правда в нем, а? Штиль! Ветер молчит! Жара пахнет черной смолой! Штиль! Наш корабль забыт! Один! Привет, Геленджик! Продолжай! Оказывается, его-то вот о чем, правильно дело? А то, конечно, не дал мне такую штуку, я вот это тут... А давайте с вами споем, да? Все вместе готовы? Только поем все вместе, да? Я должен вас слышать, поехали! Друг друга до этого лета мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте, и мое сердце вы остановили мое сердце, не слышу. Хорошо. Так, вон еще один музыкант, но прежде чем к нему идти, хочу вам рассказать, как научиться играть на гитаре. Первое. Вы знаете, что на моем канале есть плейлист с уроками, где бесплатно можете брать и играть. Но также в дополнение к этому я хочу вам посоветовать приложение Timbro. Это реально полезное упражнение, очень круто прокачивает скорость игры, видение грифа, сноровку и является классным дополнением к нашим урокам. В приложении есть очень крутая фишка. Оно слушает через микрофон, как вы играете, насколько попадаете в ритм.
и определяет, что вам надо исправить, насколько надо подтянуть ваше чувство времени. Классная тема. Что мне еще очень нравится, когда начинаешь играть, оно само определяет твой уровень игры и выстраивает систему упражнений, исходя из твоего уровня. Если новичок, оно определит, даст простые задания. Если профи, быстренько поймет и даст навороченные упражнения. Ну и вишенкой на торте в нашей школе самых лучших учеников мы вешаем на стену почета, да, в нашей группе ВКонтакте. Тут тоже есть присвоенные звания, достижения, соответственно, будет какой-то карьерный рост. Скачивайте приложение по ссылке в описании, пробуйте и дополнением к нашим урокам занимайтесь. Полезная штука. Белорусы сказали, что если я не сыграю перемен, они не будут смотреть этот выпуск. Белорусы. Как раз, кстати, парень, хочу извиниться, знаете, за что? Что, возможно, сейчас звук будет хреновый, но я попробую, потому что просто в акустике, без подключения. Но мы мочканем, белорусы поперли. Если даст гитару. Давай. Стараясь все позабыть, начиная с нуля, порой хочется быть короне короля. Но не всегда все так, как бы хотелось нам. Каждый думать должен сам, за себя сам. Природа подарила силу, красоты вселила, наградила умом, чтобы думать красиво. Жизнь одна, проживаешь ты ее сам. Верь себе, а не чужим словам. Всегда идешь с кем-то, но остаешься один. Среди людей, как ты, на вид смотри. Внутри есть другие они, но мой совет — дружи с людьми, ведь когда-то может все перевернуться, и не будет никого, кому улыбнуться. В общем, живи, в силу мысли верь, думай головой, и в жизни откроется дверь по ступеням вверх. Крутая песня. Сам, доверяя другим, не попади в капкан. По ступеням вверх поднимайся сам. Пусть мир от страх, все в твоих руках. По ступеням вверх поднимайся сам. Поднимайся сам, поднимайся сам. По ступеням вверх поднимайся сам. Пусть мир от страх, все в твоих руках. Мне все классно, и девчонки такие красивые. Я вас люблю, давайте вам мира. Братуха, слушай, а дай девчонкам сыграть. Ну давай, а можешь? Ну я знаешь, как рублю? Сейчас вообще. Сколько? 250 рублей сразу дают. Ну давай. Нифига себе. Давай 250 рублей. Вот, положи. И еще полтинник даже раньше кинул. 300 ну, дал. Давай сыграть, девчонки, глянь, какие они красавицы. Ща, блин, нифига себе. Так пацаны на улице играют, я сейчас тоже. Давай. Да что, правильно? А эта песня специально для нас. Да, эта песня. Человек не удержался, решил. Давайте, называется «Восьмиклассница». Классно. Сейчас. Пустынной улицей вдвоемся. Ой, куда ты там? Мы идем. Нет, подожди. Давай, либо играй, подожди. Либо не играй, я не знаю. Либо сейчас, давай. Сейчас, подожди. Пустынной улицей вдвоем с тобой, куда там мы идем. Я умеешь играть, да? Давай. Я умею. Блин. Подожди. Девчонки ждут, ну как бы. Я хочу. Сейчас, для них сейчас, сейчас. Просто они не улыбаются. Вот видишь, они улыбаются. Сейчас. Блин. Задержишь меня. Да блин. Сейчас. Я волнуюсь просто. Подожди. Ребята подошли уже. А ну, может быть. Вот это какой лад? Это пятый лад. А, пятый лад. Все, теперь смотрите, я просто не знал лад, девчонки. Вот сюда нажимаешь. Вот, смотри. Место тепла, зелень стекла, место огня, дым. И сетки календаря выхватил день. Красное солнце сгорает от тла, день догорает. Напылающий город падает день. И перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши сердца.
наши глаза. В нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Вам понравилось? Очень. Ну вот, видите, просто вы улыбнулись, и все получилось сразу. Можно. Ты пранкуешь, да? Чуть-чуть разыграл тебя. Красавчик, да. Слушай, эта песня твоя, которую ты играл вначале? Да. Очень круто. Мы попробуем ее вставить подлиннее в видео. Мы снимаем видео, если честно. Было офигенно. Песня твоя классная. Ну, если что, напишем тебя в комментариях, кто ты, пусть подпишутся люди, правильно? Давай, вообще классно будет. И белорусам привет! Блин, все, отношли нового музыканта, пойдем попробуем. Поперли? Все как обычненько сделаем, по красоте. Подписывайся на канал. Встречи обязательно. Все идет по плану. Все идет по Слушай, можно за 250 рублей поиграть на гитаре? Прям одну песенку. Песню? Да, одну песню. Да, конечно. Не-не, ништяк, сейчас одну сыграет. Песню. Смотри, сколько людей. Рублей. Сколько людей собрал. Сейчас да. Еще больше супер. Соберем. Спасибо. Я одну песню, да. Медиатор нужен? Так, это для чего? Нет, нет, не нужен. Ребята, это лауреат конкурсов, я вам хочу сказать. Так, с какой начать? Ну давай вот тыри-тыри вот это. Чтоб подпевали. Какую? Чтобы подпевали. Любую, да, чтобы подпевали. Правильно. Давай. Сейчас. Нашу. Сейчас. Не, я умею. Братан, круто! Ну, вроде нравится людям. Че, не круто, что ли? Отлично, я бы сказал. Спасибо. Так, и что еще какой-нибудь? Все? Блин, сейчас еще вопрос. Ладно, я вспомню. Которую мы играли, помнишь, вот это вот? Ну давай вот этот, тири-тили там, ну, ту-ту-ру-ту-ту. Вот ага. Эту, давай. А ты умеешь что-нибудь штуки делать? Бить по гитаре, нет? Я вот хочу попробовать. Так, просто вспомнил ее, что я умею играть. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Красава, аплодисменты! Спасибо. Красавчик, я просто смотрю тебя. Спасибо. Ребят, такие дела. В Геленджике оказалось не так много музыкантов, поэтому мы решили поставить не только их, но и себя в неудобное положение. Сейчас мы снимем тот формат, который я придумал в Москве. Я заставлю его, а он меня, подойти к людям. В общем, наша задача выпросить у них деньги за то, что мы будем играть хреново. Ну а потом в конце сыграть уже нормально, посмотреть на реакцию. В общем, думаю, будет круто. Сейчас пойдем искать на пляж. Это самый страшный формат, который я снимал. Это ужасно страшно. Ну, будем пробовать. Да, это очень кринжово, ребята. Надеюсь, через камеру это вы поймете, насколько это ужасно. Пойдем попробуем. Давай.
Давай я первый. Дай сюда гитару. Ну давайте. А давайте я вам за 200 рублей песню сыграю. Ну давайте. Ну давайте. Я хорошо сыграю. Всего 200 рублей. Ну прикольно же. Ты улыбаешься, настроение хорошее. Пол делать. В смысле денег не дашь? Я не дам. Ну 100 рублей. Да 100 рублей. Ну 100 рублей есть? Да не дам. Не отходите, пожалуйста. Что вам платить? Другой. Вот он платит. Он сказал, он платит. Он платит, я должен играть. А ты с ней? Нет. Откуда ты знаешь? Может, он с тобой? Ладно. Вообще очень тихо, дико страшно, на самом деле, такой формат снимать. Пипец. Девчонки, привет. О, у вас парень такой симпатичный. 100 пудов, у него есть деньги. Давайте я вам за 200 рублей сыграю песню. Ну, любую. Что за песня? Ну, какой-нибудь из Земфира, нравится вам? Ну, давай. Давай. Давай? 200 рублей. А скидка? Ну, давайте 100. Не, 200. 200? Да, только деньги вперед. Ну, я круто сыграю, сейчас будет офигенно. Так. Есть. Бабки, нифига себе. Сейчас давай, если плохо сыграешь, заберем. Если плохо сыграю, заберем? Не, я круто играю. Сейчас. Я искала тебя дворами темными. Искала тебя ночами долгими. Че, блин, подожди. Да, думаешь, так легко вот это подходить? Ладно, подожди. Сейчас, подожди. Ладно, давай что-нибудь другое. Сейчас я попробую собраться. О, зазвучало. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тут. Ты, конечно, сразу врай, а я не думаю, что тоже хочешь сладких апельсинов. Хочешь слух рассказов длинных. Хочешь, я убью все звезды, что мешают спать. Прикольно. Заслужил? Нормально. Ну вот, что-то заработал. Дайте 5. А вам хорошего настроения. Но кроме того... Вторая часть такого видео у меня в Инстаграме, кстати, по ссылочке в описании. Они в курсе. У нас тоже. У вас тоже. Смотрим. Братуха, красава, круто вообще. Как зовут тебя? Меня Казбек зовут. Казбек, я Роман. Короче, слушай, я приехали из Питера, из Москвы. Можно мы, короче, можно я сам сыграю на гитаре? Как бы я работаю. Не, я вижу, кстати, но я сейчас больше-то работаю. Не, я профи. Уверен? Я профи, сейчас я прям вообще... Я его запишу на память. Я одну песню сейчас сыграю, сейчас вот всем понравится. Одну песню, 300 рублей сразу дают, сразу. Не, брат. Браток, 400 сразу. Ну одну, ну пожалуйста. 400 рублей, одну песню, классно. Сейчас все деньги тебе, что заработаю, все тебе. Давай. А, попробуй. Давай, спасибо.
Геленджик, привет. Так же? Сейчас по... Белый снег, серый лед, на распев трескавшийся земле. Сейчас лоскутный на ней. Подожди, я одну еще, можно? Пожалуйста. Слушай, уважаемый, я здесь работаю, зарабатываю, а ты как бы... Блин, ну я одну еще. Сейчас, я просто, сейчас у меня получится. Сейчас. Да нет. Блин, я вот ну нормально же было. Ну сейчас, я попробую одну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну сейчас, одну попробуй. Ну хорошо, еще одна попытка и все. Одна попытка, я попробую. Ты даешь нормально работать. Давай, давай, сейчас, сейчас попробуй, а ну. О, видишь? А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр попсовый мотив? Это была шутка. Настроение как поднялось. Обалденно. Обалденно. Спасибо. Немножко подшутили. Ребята, аплодисменты дайте. Человек классно играет. Ну, денежки, которые, ну, конечно, тебе остаются все. Спасибо. Держи. Спасибо. Нормально? Почему я увидел, то подписан. Ребят, мы очень старались, нам очень понравилось. К сожалению, не так много музыкантов в Геленджике. Всех, кого нашли, мы разыграли. И не такая уж хорошая у них аппаратура. Звук, ну так себе. Но насколько можно, мы подбирали песни, чтобы они звучали даже с этой аппаратурой. Давайте соберем 50 тысяч лайков. И тогда мы поедем еще в какой-нибудь город и будем искать себе приключения. Это было дико страшно. Дико круто, дико весело. Надеюсь, хорошее настроение у вас такое же, как у нас. По ссылочке в описании. Вторая часть на моем канале. На его канале. Переходите смотреть прямо сейчас. Воу. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Все? Это все, что возьму я.